عشق مزار ده دل آزار ده ار بازار ده ارزان مناموز ایتل میز خار الده ده مکار تکرار و تکرار سرسان مناموز قلب مزلرگه ساخت سوزلرگه ناموزسیزلرگه یالغان مناموز تشلب کتلگن قدر توکلگن Bugün keçilgen iman mı namus, erzan mı namus, sarsan mı namus, namussizlerge yalgan mı namus, teşlep ketilgen ey, kadri tökilgen ey, bugün keçilgen ey, iman mı namus. Дорогая, ты сама в порядке? Что? Я говорю, ты сама в порядке. Ничего себе не порезала? Да нет, ничего не произошло. Даже не сломалась. А вы все слышали? Не обращайте внимания. Женщины, они такие. Переживают из-за каких-то пустяков. Помните, я тоже была такой же. Нет, милая. Ты была другая. Ты никогда не повышала голос на других. Не относилась неуважением. Ты не сравнивай ее с собой. Да ладно, оставьте. Они же молодые. О, Боже. И до таких дней дожили. Я никогда не думал, что мы будем без дома и слоняться по улице. Не переживайте. Ваш ученик хороший парень. И жена его неплохая. Просто, похоже, немного нервничает. Да. Это неправильно на них обижаться. Они нам место дали в доме. Я-то на них не обижался, милая. Наоборот, обижаюсь на самих себя. Обижаюсь на детей, которых воспитывал столько лет. Теперь вот из-за них мы попали в такое положение. Не переживайте. Все пройдет. Самые сложные времена позади. Главное, что вы рядом со мной. А я рядом с вами. О чем еще можно думать? Бог вернул вас, милый. Со всем остальным мы справимся, правда? Все равно ты другая. Невестка? Да, мама. Да, мама.
Я зову вас. Вы что, не слышите? Извините. Что-то нужно? Да, нужно. Что-то ноги у меня болят, дочка. Ноги? Да. Простудила, наверное. Иногда начинают так болеть, дочка. Иногда такое случается. А что сделать? Врача позвать? Если хотите, позвоню. Ой, доченька, знаете, мне не нужны советы врачей. Лучше помассируйте мне немного мои ноги. Что? Помассируйте, говорю, невестка. Помассируйте. Что вы так смотрите? Садитесь. Давайте. Хорошо. Давайте, давайте, доченька. Ладно. Поживее, поживее, пожалуйста, помассируйте. Спасибо, дочка. Спасибо вам большое. Мои ноги, нет-нет, так болят. Вон, внизу хорошо тоже помассируйте. Хорошо, мама. Да, хорошо, хорошо. Да, мама, у вас все в порядке? Да, в порядке. Не уставай, Хилола. Спасибо. А, ладно. Ой, дочка, поживее помассируйте. Хорошо. У вас есть сила или нет? Все, мама. Ой, дочка, еще немного помассируйте. Вы же только начали, дорогая. Вот так, молодец. Хорошо, спасибо. Молодец. Ну? Я недавно пришел. Думал, зайти навестить. А, вот как. Пришел тоже навестить, пока тебя не было. Все хорошо вообще? Ничего не произошло? Нет новостей? Брат, я сейчас даже не знаю, что делать. Не переживай. Всего только один день прошел. Но врачи говорят, что у нас совсем нет времени. Что, почки перестали работать? Эй, астафирулла, скажите. Но оказывается, могут перестать работать, поэтому срочно нужно найти донора. Я не понял. Обратился к знакомым. Никак не могу найти возможность найти донора. У меня на все есть знакомые, но помочь вопрос с донором не получается. Видимо, это очень сложный вопрос. Да, не говорить. Надеюсь, тебе всякое не приходит на ум. А именно? Хочу сказать, ты ведь не хочешь сам отдать? У меня в голове сейчас чего только не отзять. Не нужно. Это вчера пришел ее дядя и промыл тебе мозги. Поэтому об этом думаешь. На самом деле так не пойдет. Почему не пойдет? Она же моя жена. Я же могу дать? Можешь, конечно. Например, для своей жены, если нужно будет, и сердце я отдам. Не дай бог, если что-то произойдет. Но у тебя совсем другое положение, Галиб. Ты вообще еле с ней ладишь. И еще заставляешь себя с ней жить. Признай это правильно. Да? Знаю, знаю, зять. Но сейчас у меня так болит голова, я не знаю, что мне делать. Честно, я в тупике. Извините, вмешиваюсь в ваш разговор. Нечаянно услышала. Как я понимаю, вы должны найти донора для невестки, так? Да, так. У меня есть идея. Какая? У меня тоже один знакомый болел такой болезнью. Тогда мои дяди нашли на улице бедных людей. Один, чтобы избавиться от своих долгов, продал свою почку. Знаю, это странно, но у вас нет больше выхода. Когда человек вынужден, хотя бы этим способом должен спасти жизнь родному человеку. Мне вообще не нравится ваша жена, но это сейчас не важно. Горе свалилось на ее голову. Может, поможет, поэтому сказала. Но еще раз извините, Гальбаке. Дай бог, пусть выздоравливает. Желаю ей здоровья. Спасибо. Так болят руки. Даже трудно что-то делать. Да?
Делать работу свекрови трудно получается? А что тут смешного? Хорошо. Что ты так нервничаешь? Так измучилась, что ли? Да, измучилась. Очень. Охо. Из-за того, что ты помассировала ноги? Массировать ноги? Ну да. А я что, ваша служанка? А что, только служанки массируют ноги? Я не знаю, кто там массирует, но мне это не понравилось. Хилоло, ты делаешь пожелания своей свекрови. Пожелания я так и делаю. Я же делаю все, что она скажет. Но это уже перебор. По-моему, сейчас ты переборщила. Это обычная вещь. Ты неправильно понимаешь мою маму. В голове думаешь, что она заставила массировать ноги, унизила меня. Нет, я так не думаю. Просто мне не понравилось. Все невестки так делают. А я не буду делать. Мне не нравится. Ну как вам еще объяснить? Я это знаю, ты злишься. Нервы не на месте. Но думай, прежде чем что-то говорить, пожалуйста. Потому что ты говоришь о моей матери. Вовсю говоришь, мне не понравилось, не буду делать. Чтобы я больше не слышал этого, поняла? Мне не понравилось. Я вам еще раз говорю, мне не понравилось. Не заставляйте меня делать то, что мне не нравится. Мне даже родители никогда не говорили массировать им ноги, понятно? Слушай меня. И дня нет спокойствия из-за тебя. Можно ли жить вообще в этом доме? Жить можно, но только мы должны немного понимать друг друга. Тоже мне. Али Широке, что вы делаете? Я хочу походить. Зачем вам ходить? Вам пока нельзя. Ничего не будет. Я сказала, что вы не будете ходить, потому что рана может раскрыться. Гузаль, все теперь не раскроется. Пока нельзя, я вам говорю, вам нельзя. Идемте, ляжем. Гузаль, я хирург или ты? Наоборот, я должен ходить. Ну-ка, помоги мне. Я просто боюсь. Не бойся, ничего не будет. Будьте осторожны. У меня сил не хватает. Почему вы такой тяжелый? Ой, не спешите, я вам помогу. Что ты делаешь? Я просто хотела вам помочь. Не нужна твоя помощь. Иди, зайди в свою комнату. Гузаль, зря ты так сделала. Она же просто хотела помочь. И что, теперь ко всему будешь ревновать? Вы тоже перестаньте ее защищать. Вам что, она вам так сильно понравилась? Все, успокойся, Гузаль. Нет, не успокоюсь. Ладно, что бы там ни было, держи меня, а то я сейчас упаду. Извините. Ой, ты вообще ненормальная, да? Да, я такая. Когда вам кто-то приближается, я становлюсь такой. О, боже, разве и такое бывает? Будьте осторожней. Один. Осторожней. Ой, не говори, подруженька. Видимо, пока я от них не избавлюсь. Почему не избавишься? Они на сколько дней пришли? Ой, ты говоришь, на сколько дней? Вот именно, что не знаю, на сколько. Поэтому я и злюсь. Да? Серьезно? Нет, ладно бы сказали 3-4 дня, 10 дней. Видите ли, у них нет дома. Так еще и муж ее болен. И за ним нужно смотреть. Нет, ты им и еду сама готовишь, да? Да, готовлю. Что мне еще делать? Готовая служанка. Его жена настоящая беспомощная женщина. Ни с чем не может справиться. Когда я ее вижу, начинаю злиться. Я ему уже сказала, не могу ему объяснить. Опять начнет говорить. Брось, это мой учитель. Он обучил меня профессии, человеком сделал и все такое. То, что он обучился профессии,
Это же не значит, что должен выполнять их прихоти целую жизнь. Пусть твой муж красиво им объяснит. Я стала для них прислугой, подруженька. Господи, зачем ты оставил нас в их руки? Лучше бы я осталась на улице. Было бы тысячи раз лучше. Я должна что-то придумать. Найти съемную квартиру. Да, дорогая. Это все деньги, которые у нас остались? Да, дорогой. Вы что, не спали? У нас что, больше нет денег? Есть, дорогой, не переживайте. Я просто смотрела. Есть, все нормально. Говори правду. Тогда почему ты плачешь? Мы мешаем, дорогой. Было бы лучше, если бы мы съехали на съемную квартиру. У нас осталось мало денег. Если не ошибаюсь, дома были деньги. Что с ними стало? И этих денег не осталось. Их нет. И эти деньги украли? Да, деньги украли. Заодно и нас бы продали как прислуг кому-то. Неблагодарные. Что нам теперь делать? Мы их тоже измучили. И жена вашего ученика очень недовольна. Что-то жениха не видно. Колоджица куда-то ушел. Сходил искать донора. Я и не удивлен этому жениху. Почему, дорогой? Он же бегает вовсю, беспокоится за вашу племянницу. Если человек беспокоится, он так не будет ходить. А что еще ему делать? Донора же не могут найти. Все вы донор ищете на улице. Вчера я сказал ему, ты сам проверь почки, может, подойдут. Он не захотел. Ты представляешь? Ой, дорогой, конечно же, не даст. С чего он должен давать? Какой дурак даст? Интересно ты говоришь, а? Если муж не дает, то еще может прийти и дать? Дорогой, оглянитесь вокруг. Вот таких женщин с тяжелой болезнью мужья бросают. Галип смелый парень, оказывается. Ходит, старается вовсю. Ты не понимаешь, дорогая. Даже если он столько старается. Если не найдется донор, то сложно. Ну вот, ищут же. Может, найдется. Откуда найдется? Если ее муж не хочет давать, то какой-то посторонний придет и даст? Не даст, а продаст. Купит. Все, дорогой, не надо кричать, а то все сейчас услышат и смотрят. Тушу мне. Боже мой. Алло. Ассаламу алейкум. Как вы? Хорошо. Спасибо, Гульнара. Как вы? Хорошо. Но почему вы зовете меня по имени? Я жена вашего друга. Гульнара, оставьте формальность. Мне сейчас вы ближе, чем Алишер. Сразу говорю. Если вы будете говорить мне бессмысленные вещи, то мы с вами... совсем не поладим. Нет, нет, я просто говорю, что он не мой друг. Он мой враг. А с вами мы просто вынуждены подружиться. Но спасибо за то, что вы согласились на мое предложение. Нет, у меня есть одно условие. Ну, и какое? Вы скажете мне, где они.
Гульнарахон, вы очень спешите. Сначала я должна сходить и увидеть их. Зачем? Почему вы мне не верите? Поверила. Но все равно хотя бы один раз я должна встретиться с ними, хорошо? Нет, вы просто не можете поверить, что Алишер так ходит. Думаете, если вы пойдете, то он к вам вернется, да, так? Так? Нет. Но Алишер Акиа всегда мне говорил, что я тебе не изменяю. И никогда не буду изменять, я помню. Просто я хочу пойти и посмотреть им в глаза. Ну-ка, посмотрим, что он мне ответит. Гульнара, Гульнара, это бесполезно. Слушайте меня, вы скажете или нет? Нет, не могу сказать. Но могу с собой взять. С чего это я с вами должна ездить? Чтобы вы не наделали глупостей. Договорились? Сестра, как вы себя чувствуете? Я в порядке. Что ты так смотришь? Как я смотрю, сестра? Не знаю. Я просто не видела, чтобы ты так смотрел. Не знаю. Думаю о вас, у меня голова заболела. Подумал, откуда бы найти донора. Эх ты, я всех измучила. Нет, вы не думайте о них, сестра. Думайте только о себе. Мы вас мучим тем, что не можем найти донора. Найти донора не так легко. Иногда это занимает один день, а иногда и целый год. Сестра, а если мне отдать вам почку? Что ты говоришь? Если мне отдать вам почку? Ислам, больше никогда не произноси этого. Если я еще раз услышу, то очень обижусь на тебя. Хорошо, сестра, вы только не переживайте, я больше не скажу. Это тебе не игрушки. Ой, ассаламу алейкум. Зять? Валикум ассалам. Как ты, Ислам? Хорошо, как вы сами? Я тогда побуду на улице. Хорошо. Где вы ходите? Да здесь был, на улице сидел. Вас не было 2 часа. Куда вы исчезли? Ну вот, прогулялся, искал хоть какую-то возможность. Нашли. Но ты... Вот увидишь, я найду. Из-под земли достану, но найду, хорошо? Я этого донора, где бы там ни было, найду. Ты поверь, хорошо? Что ты смеешься? То, что вы это говорите, это уже большое счастье. Я по глазам чувствую вашу доброту. Конечно, будешь чувствовать. Ведь как я буду жить без тебя, а? Теперь не только я, но и ты должна постараться. Ты не должна думать о плохом. Только не переживай. Это самое главное, хорошо? Алло. Алло, Галиб, ты в порядке? Да, зять, ассаламу алейкум. Как вы сами? Ты в больнице? Да-да, я в больнице. Я тоже еду. Быстрее выходи на улицу. А что, все в порядке? Есть новость. Знаешь, донор нашелся. Что вы говорите? Да, донор нашелся. Галиб, выходи на улицу, поговорим. Я сейчас же выхожу. Давай быстрее. Хорошо, хорошо, все. Все в порядке? Да, в порядке. Я сейчас быстро схожу в одно место, быстро вернусь. Куда вы? Сейчас приду, я здесь. Быстро вернусь. Ну вот. Вы хорошо себя чувствуете? Да, свежий воздух, это прекрасно. Поэтому вам и говорю, я наслаждаюсь. Смотрите, тишина, свежий воздух. Мне очень нравится. Да, и не говори. Говоря о проблемах,
И вас измучила. Да, дорогой? Нет, нет, дорогая. Если не мне, то кому еще расскажешь? После этого, какие бы проблемы ни были, не скрывая, сразу говори мне. Если будешь все в себе держать, то измучаешься. Не скрывай, дорогая. Хорошо, дорогой. Мне достаточно того, что вы выздоровеете. Потом никаких проблем не останется. Но я не понял одну вещь. Что мы сделали плохого жене Джахангира, что она настолько нас недолюбливает? Я тоже этому удивлена. Но некоторые женщины такие бывают, милый. Если им что-то не нравится, то никак не поладят. Вообще, и мы неправильно поступили, дорогая. Им же самим тесно. Еле-еле живут в этой маленькой квартире. Еще мы вдобавок прибавились. Правильно. Вы так говорите. Но все же есть возможность, чтобы жить. С тех пор, как мы пришли, прошел всего один день. Сразу скандал, ругань, проблемы. Я не хочу заходить домой. Правильно говоришь. Мы должны делать что-то с этим. Пусть сегодня Джахангир придет, все спокойно обговорим. Что скажете? Надеюсь, не будете плохо отзываться о его жене. Да нет, что ты говоришь-то, милая? Зачем мне плохо говорить о ней? Пусть придет, потом поговорим. Может, он найдет нам съемную квартиру. Ладно. Но ваш ученик не согласится. Почему не согласится? Он вас очень любит. Уважает как отца, бережет. И в больнице грустный ходил. Все было вокруг вас. Но таким мужчинам попадаются вот такие жены, дорогой. Обычно так бывает. Да, что случилось, зять? Надеюсь, вы не шутили? Да нет. Разве над этим сейчас можно шутить? Откуда вы вообще нашли? Нашел. Спрашивал у знакомых. Про одного человека сказал. Галиб, теперь нужно поговорить. О чем? О цене должны поговорить? Нет, Галиб. Есть смысл в словах Бенавши. Когда ему предложили деньги, он задумался. Так, у этого человека есть намерение продать или нет? Пока что нет намерения. Но точно будет. Этого не хватало. И как мы его уговорим? Мы еще поговорим об этом, Галина. Хорошо. Сначала сходим, спросим, не забегая вперед. Может, он уже согласился продать. Если бы не согласился, так бы не делал. Ну-ка, пойдем, сходим. Пошли. Стойте, сестренка. Да. Не обижайтесь на Гузаль. В последнее время она стала очень нервной из-за меня. Я не обижена, но я разозлилась. Я не обижаюсь на людей, просто злюсь и все. Прошу прощения за нее. Да, ничего страшного, не просите прощения. Я выходила погулять, чтобы успокоиться немного. Этого не хватало, еще и телефон разрядился. Кстати, можете мне одолжить свой телефон? Я позвоню. Извините, у меня нет телефона. У вас нет телефона? Нет. Ну ладно. Кстати, я у вас хотела кое-что спросить. Спрашивайте. Вы с Гузаль муж и жена? Если честно, мы не муж и жена. Но в скором времени
у нас будет свадьба. И это точно. А, ну понятно. Все в порядке? В порядке. Просто так получается, что она мне соврала. Ну, когда человек ревнует, что только не наговорит. Просто ревнует к вам. А я так не думаю. Не обижайтесь, но она обманщица. Почему? Почему вы так говорите? Например, и вас ходит обманывает. Не понял. Откуда вы это знаете? Услышала, когда она говорила по телефону. Что? Про что разговаривала? Извините, я не знаю, с кем она и о чем говорила, но то, что держит вас тут обманом, это точно. Хорошо. Почему я должен вам верить? Точно вы ничего не говорите. Хорошо. Какая мне польза от того, что я буду вас обманывать? Я услышала ее разговор. Что бы там ни было, я должна подольше держать его здесь, иначе все будет плохо. Вот так вот. Так она сказала. Что бы там ни было, я не отпущу его из рук. Мне это показалось очень подозрительным. Если это вам не показалось подозрительным, то я не знаю. Ладно, ну как хотите, так и понимаете. Только пусть Гузаль не знает, что это я вам сказала. Все хорошо? Да, все хорошо. В порядке, конечно. Как только я отойду от вас, эта свинья здесь. Что вы так смотрите? Или вам она понравилась? Нет, не понравилась. Сейчас, сейчас. Вот так поставим. Я сейчас. Но зачем я сказала, что поведу вас на улицу? Вот замерзли. Сейчас. Джамиляхан. Джамиляхан, вы дома? Дорогой, вы в порядке? Смотрите на меня. Откройте глаза. Откройте глаза. Сейчас. Смотрите мне в глаза. Смотрите в глаза. Джамиляхан, вы дома? Откройте дверь. Дяде стало плохо. Нам нужны таблетки. Откройте глаза. Пожалуйста, не пугайте меня. Откройте глаза. Не пугайте. Я сейчас. Сейчас. Холодно. Сейчас, милый. Вот так. Телефон не поднимает. Сейчас. О, боже. Джамиляхан! Джамиляхан! Откройте дверь! Не слышит. Пусть кто-нибудь откроет! Пожалуйста! Дорогой, смотрите на меня. Откройте глаза. Откройте глаза, пожалуйста. Я вам говорю. Сейчас я позвоню Джахангиру. Откройте глаза. Смотрите на меня. На меня. Вы видите меня? Вы меня видите? Не закрывайте глаза. Я сейчас. 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 Я сейчас. Джахангир, где вы, сынок? Дверь закрыта. Мы не можем зайти домой. Мы вышли на свежий воздух. Вашему учителю стало плохо. Приходите. Нужно выпить таблетки. Нет. Дверь не открывает. Может, на улице? Быстрее приезжайте, пожалуйста. Дорогой. Ну все, откройте глаза. Не пугайте, пожалуйста. Они едут. Сейчас. Вот сейчас. Потерпите немного. Джамиляхан! Возьмем хотя бы наши таблетки. Откройте. Мы только таблетки хотим взять. Пожалуйста, мы затем уйдем. Откройте дверь. Откройте дверь. Как вы?
Все нормально у вас? Как ваши дела? Все хорошо? Вы тогда Хусан? Да-да. Это я, брат. А что-то случилось? Мне ваш номер дал Укта. Я друг Укта. А, да-да-да. Я знаком. Что случилось, брат? Брат, наверное, Уктам уже все объяснил. Мы по этому вопросу пришли. Объяснил. Если честно, как-то... Как это сказать? Мне очень нужны деньги, но с другой стороны, я боюсь. Я просто не знаю, насколько это безопасно или вредно, честно. Не спешите с выводами, брат, подумайте. Приятель объяснил мне ваше положение. Я понял, что вам нужны деньги. Теперь и вы поймите наше положение. С одной стороны, сделайте доброе дело, спасете жизнь одного человека. И ваши проблемы будут решены. Хорошо, но я не знаю, что сказать. Вы дайте мне 3-4 дня, чтобы подумать. Хорошо? Если возможно, дайте мне подумать. Брат, пожалуйста, я вас умоляю. Давайте решим этот вопрос прямо сейчас. Это жена моего братишки. Лежит на грани смерти. Брат, насчет денег нет проблем. Главное, чтобы вы сказали и одобрили. Все деньги мы оплатим. Сколько вы вообще хотите дать? Ту сумму, которую назвал Уктам. Договорились? Хорошо. Вы согласны? Да. Ну все тогда, брат, договорились, все. Да? Ассалам алейкум. Как вы? Алейкум ассалам. Мунисохон. Вот. Если другие будут готовы, то дайте знать. Хорошо. Хорошо, спасибо. Батраке. Батраке. Вы что, убегаете от меня? А, нет, не убегал. Как ваши дела? Хорошо, спасибо, слава богу. Вы что, на меня обижены? Нет, с чего мне обижаться? Вы же ведь начальник. Что вы говорите правильно? Не переживайте, мадам. То, что вы говорите, для нас закон. Ладно. Вы на меня не обижайтесь. А это было важно. Так нужно было сделать. Правильно говорите. Я видел, та комната уже 2 дня пустует. Угу. Будет она пустовать или нет, это мне решать. Я не хочу с вами портить отношения. Вы знаете, что многих работников уже поменяли. Вы, наверное, слышали. Делайте так, как я говорю, пожалуйста. Потому что вы все равно обязаны выполнять. Хотите вы того или нет, но я тут главная. Да, вы правы. Вы главная. Вот и спасибо. Как семья? Как ребенок? Большой уже? Да, спасибо. 3 месяца ему уже. 3-месячный? Да. Я про вашего старшего ребенка спросила. А, вы про Умиджона? Да. Он чей ребенок? Вы сами-то узнали? Это мой ребенок. Алишер мне его дал. Послушайте, и если возможно, не говорите это никому, хорошо? Я не хочу, чтобы кто-то знал. Знаете, мне одно интересно. Оказывается, этот ребенок и не от Алишера. Даже если вы так говорите, я знаю очень многое. Значит, не переходим грани, говоря, что другие не знают. Ну ладно, хорошего дня. Будут проблемы, можете прийти ко мне в кабинет. Хорошо. Как вы себя чувствуете? Вы меня слышите? Милый, откройте глаза. Не пугайте меня. Смотрите мне в глаза, пожалуйста. Ученик ваш не идет. Сейчас. Я позвоню в скорую помощь. Сейчас. Почему я раньше не подумала? Алло. Алло. Ассалам алейкум. Это скорая помощь? Скорая помощь слушает. Моему мужу стало плохо. Приезжайте быстрее, пожалуйста. Имя, фамилия вашего мужа? Ганиев Анварджан. Сколько лет? Может, вы быстрее отправите? Зачем спрашивать возраст?
Хорошо, тетя, скажите адрес. Адрес? Сейчас? Да. Боже, где же мы? Где же мы находимся? Адрес... Вы слышите? Адрес, я спрашиваю. Я не знаю адрес. Невестка? Учитель? Вы пришли, сынок. Что вы здесь делаете? Откройте дверь, пожалуйста. Что вообще произошло? У него тяжелое состояние, откройте. Сейчас, сейчас. Смотрите на меня, пожалуйста. Откройте глаза, открывайте. Сейчас. Сейчас. Сейчас, минутку. Сейчас. Вот. Я возьму таблетки. Ну-ка. Заведите, сейчас, пожалуйста. Сейчас, учитель. Осторожненько. Слушаю, Заднюгор. Алло, Яшинаке? Ты в порядке? Что случилось? Яшинаке, где вы? Мы на улице. Сейчас в больницу поедем. Галип с вами говорил и выбежал в спешке. Все хорошо, надеюсь? Да, хорошо, жена. Есть новость. Ну? Нашелся донор. Что, серьезно? Да, серьезно. Я же не буду тебя врать. Как вы его нашли? Сейчас приеду, поговорим, Зарнигор. Приезжайте скорее. Сейчас около врачей должен провериться. Еще не знаю, подойдет или нет. Поэтому пока не говори невесте, хорошо? Хорошо, я не скажу. Ну ладно. Ладно. Хорошо, счастливо добраться. Сестра! Сестра, слышите? Сестра! Может, проснетесь? Знаете, есть одна новость. Ислам, все в порядке? Сестра, нашелся донор. Поздравьте! Что? Я вам говорю, нашелся донор. Серьезно, откуда узнал? Кто сказал? Недавно ваша заловка разговаривала с зятем. А я услышал. Сказали, что нашли донора. Это точно? Ты не ошибаешься? С чего мне ошибаться? Я же своими ушами слышал. Что еще сказали? Ну вот, зять сказал, что приедет. А сестра спросила, когда приедете. Быстрее приезжайте, сказала. Может, и донора с собой везут. Да, возможно. Пусть так и будет. Не спешите, сестра. И теперь, как они везут донора, поместив в холодильник? Ты мой дурачок. Донора не привозят в холодильнике. Этот орган бывает внутри человека. А, я это не знал. Значит, они кого-то нашли, да? Да, это так. Что случилось, сестра? Настроение у вас пропало. Да нет, ничего. Будьте рады. Дай бог, встанете на ноги. Слава богу, теперь все будет хорошо. Дорогой, вы пришли в себя. Слава Богу. Слава Богу. Пожалуйста, будьте всегда здоровы. Джахангир вовремя подошел. Иначе что бы я делала? Осталось совсем немного и... Вы хотите со мной из-за них поссориться? Эй, а? Дура! Что ты вообще за жена? Зять, спасибо. Где ты вообще нашел? Да, нашли. Постарались. Разговаривала с теми, кто в городе. Все ли хорошо со всеми? Нет, ни с кем не общалась. Я не смогу за вами хорошо присматривать. За нами не нужно присматривать, сынок. Спасибо вам за все. Гульнара, ну как ты так спокойно живешь? В твоей жизни ведь царит хаос. Поздравляю. Донор нам подошел. О, слава богу! Все будет хорошо. Geçilgen ey iman mı namus, arzan mı namus, sersan mı namus, namus sizlerge
Yolg'onmunomuz, tashlab ketilganey, qadri to'kilganey.